сняла рыбу, поданную с цитрину, и эта цитрина была так туста, и спадла на ей французскую сукенку. Да, выскочила из рук лимон и полетел на платье. Вышли из него звенки и спадла на сукенку. Официанты стали извиняться, что так получилось. Она не виновата, Ольга. Ольга расстроилась очень сильно. Ей нужно было выступать. Mm-hmm. И, oczywiście, że kelner zaczął przepraszać, że tak wyszło, ale Olga była bardzo smutna, bo potem miała wystąpienie. Da. U mnie w sumce był ten disk revolver. Маршрут отжали и дали Ольге протирать круговыми движениями платье. И тогда я имела эту серветку за собой в торбе, и когда это все стало, то такую навильженную, тоже хорошо вытесненную серветку дали мы для Ольги, чтобы она в тот способ окружным рухом тоже вытарла то место. Да, честно, я не верю до конца в это, но я не верил до конца, что этот диск справится с этим. Просто диск без всякой... И так, направда, тогда, как подшивал на то, ну, то не верил, что то задела. Натомест было мне так шкода Ольги, которая плакала, что попросту треба было спробовать. Каково же было наше удивление, когда через 15-20 минут пятно исчезло полностью. Она i bardzo się zdziwiliśmy, kiedy po 15-20 minutach ta plama zniknęła, a następnego dnia rano Olga zadzwoniła i powiedziała, że suknia jest w bardzo dobrym, fantastycznym stanie. Кстати, в извинения официанты принесли нам десерт, комплимент за извинения. А кельнерзы нам już zdążyli podać deser w ramach przeprosin. Да, но Ольга шикарно выступила, и платью не понадобилась химчистка. Вот. Але Ольга себе порадила, имела отличное выступление и не мусила отдавать до чистения. Нет, нет, носите всегда это с собой. Так же бейте завше то, имейте это при себе. Ну, на самом деле, вот такими свойствами втягивать в себя жир обладают очень много, ну, практически все наше волокно. Но все-таки вот эта фиолетовая серия, она, ну, просто... Я могу рассказать, у меня где-то в интернете там ходит фотография, значит, ребенок пластилином запачкал стул. И сейчас мам в интернете такие зденьки, где детско высмаровало целый стул пластилином. Да. А там была ткань рыхлая такая, и пластилин весь туда, ну, то есть не смогли его отцарапать никак. И, ага, не стул, кресло, przepraszam. И кресло имело такую тканину, которая попросту, ну, никто не мог этого вычистить, потому что уже там вошло до środka и не далось этого вычистить. Вот, и мне удалось спасти этот стул, я тоже взяла этот вот этим маленьким диском, я просто его туго отжала, и, ну, там понадобилось время какое-то, это не сразу, прям сразу, но сидишь какое-то время вот так вот, по одному месту, потом смотришь, раз, там под ним чисто. И удалось мне уратовать то кресло. Очевидно, что это не было так, что за первым разом то зашло, и так сразу магично ничего не было, потому что это аккурат было очень мощно. Натомест сидела и так одно место трошки, потом другое, третье, и видела просто, как это сходит. Вот. Еще можно, бывает, что на коврах i dyj tam napitka. I teraz jak mamy na przykład dywan też i często mamy jakieś plamy po jedzeniu czy po napojach. Można namacić i przydawić nóżkę stula. I też można zmoczyć i postawić krzesło na tą serwetkę, żeby tak przycisnąć. I prям na noc, a utrom wy uwidzicie, że tak работает. To zostawić i rano zobaczycie, że zabierzecie tą serwetkę tak delikatnie, jeszcze raz przejdziecie po tym i już cały brud będzie w serwetce.
Ну, в общем, это просто чудо из чудес. Это вообще что-то невероятное. Так же то есть, точнее, самовитое чудо.